Так. Сегодня мы выкладываем рельсы под трамвай в Стрельне. Мы сняли верхний качественный слой грунта, положили какое-то неведомое основание. На него мы бросаем рельсо-шпальную решеточку. Причем мы делаем это, скорее всего, общестроительной техникой. У нас тут рельсы по 25 метров на скреплении ARS с чудесным монорегулятором. Вот, шпалы железобетонные. Тут у нас есть 50 арматуринок, которые натянуты с неведомой силой. Вот. Затем мы наш путь выставляем на дамкраты и пытаемся его балластировать. Впоследствии мы выставим его по нужному уровню и в плане, используя вот такие дамкраты. Так, минута прошла, больше смотреть никто не будет. В общем, удачи.